Жизнь кажется нам калейдоскопом. Цветные стекла событий быстро сменяют друг друга, оставляя за собой всю полноту пережитых чувств, мыслей и переживаний. Если повезет сохранить все эти ощущения до старости, то ваш калейдоскоп лишь слегка потускнеет от действия времени, но не потеряет своей завораживающей карусели случайных совпадений. К сожалению, мне удача улыбнулась куда меньше. Вместо цветного перелива моя жизнь походит на грубый осколок разбитой бутылки, оставленной, ненужной и забытой. Моя жизнь была долгой. Но по-настоящему я жил всего лишь 2 дня. В первом я хотел бы остаться навсегда. Именно тогда я начал дышать полной грудью. Второй день унес все живое, что было во мне. Нет, я не умер физически, хотя, если бы мне предложили сделать выбор, я бы предпочел именно этот вариант. Но, к сожалению, жизнь не задает подобных вопросов. И я продолжаю свое существование, довольствуясь лишь воспоминаниями и почти забытыми ощущениями той настоящей жизни, которую я больше никогда не верну. Шел 2020 год. Прошло 2 недели после Большой войны. Мир разбился на множество осколков, разделяя семьи, друзей, близких и даже врагов. Все крупные города перестали существовать. Но в нашем городишке по-прежнему было тихо. В стране беспорядках у нас доходили лишь слухи и страшные рассказы, которые приносили бежавшие люди. Мы старались держаться, верить в лучшее. Но общее настроение и предчувствие беды соднящей раны тревожило каждого из нас. Страх — неприятная вещь, но страх неизвестности поистине беспощаден. Одних он сковывает и лишает способности мыслить, а других толкает на безрассудные поступки. Многие жители покидали город, думая, что где-то есть место для спасения. Мне же некого было спасать, кроме себя самого. Я просто плыл по течению, пытаясь влиться в эту новую волну происходящих изменений, сохранив холодный ум и спокойное сердце. А завтра будет, как вчера. И тонет редко протекает вечность бесконечно серых дней. Затворит кумир. Мир на грани комы, с каждым новым годом он становится мертвее. Небо пахнет нефтью, снова на востоке начинается война. Как увидеть это, прежде чем наступит день, где мы сойдем с ума? Но однажды отклики войны подкрались совсем близко. Вы должны быть решительными. Пора действовать. Вы думаете, после этой войны все закончилось? Совсем наоборот. Скоро ее последствия доберутся и до нашей дыры. Тогда для вас, для всех вас, кто сумел выжить, все и начнется. Не ждите помощи от правительства. Им на вас наплевать. Все города лежат в руинах. Всюду грабежи, убийства. Мародерство! Вам некуда бежать! Вступайте в наши ряды! И тогда вы сможете защитить свои семьи и дождаться момента, когда наступят лучшие дни! Вчера...
наше знакомство было случайным. Не случайными друг для друга оказались мы сами. Я забыл обо всем, что нависло над нашими головами. Она была похожа на волшебное зеркало, в котором весь мир отражается в совершенно ином свете. Рядом с ней все становилось светлее и добрее. Мы зацепились друг за друга, как цепляются утопающие. Мы хотели продолжать жить нормальной жизнью. Не хотели верить в то, что прежнего мира больше нет. Мы окунулись в мир, созданный нами. Посмотри, на улице осень, желтый цвет наполняет город. Рваный лист мы о чем-то попросим, ведь когда-то он тоже был молод. Да, это время юношеской любви было счастливым для нас двоих. Я смотрю, сквозь тебя вижу небо, заволоченное черной тучей, но в глазах твоих теплятся звезды, колят душу надежды, как сучья. Посмотри, на улице осень, желтый цвет наполняет город. Рваный лист попросим, ведь когда-то он тоже был молод. Ты живешь в своей осени жизни, хочешь вьюги, весны или лета, удиви всем на зоне разгуляйся. Ты отвыкнешь от желтого цвета. Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец. Это был последний день, когда мы были вместе. Я тогда еще не знал, что наше расставание будет таким долгим. Я тогда еще не понимал, что я больше никогда не вернусь к прежней жизни. Пришел день, и пришел час конца. И воспели трубы пришествия их, и спустились с небес ангелы апокалипсиса, ведомые десницы Господа. И устрашатся их слабые, и допадут ниц пред ними все земные цари и их рабы. И не будет силы, чтобы могла остановить их, ибо они и есть конец всего сущего. И во главе их был ангел с крыльями из огня, и плащаница его была из крови и плоти человеческой, а в руке его было зажато копье из света, и имя ему — Гнев Божий! И возвестил ангел по всей земле. Пришло что, время... Пацаны, развлечемся? И дать возмездие рабам твоим пророка и всем святым. Давай, пойдем. И открыл ангел шесть печатей и излил на землю гнев Божий. И явились демоны во главе с хозяином своим зверем лютым. И началась эра зверя. И стояли города, погруженные во тьму. А на площадях их лежали трупы человеческие. И некому было похоронить их. Ибо каждый думал только о своем теле.
Давай, сейчас повеселимся. И собрал зверь армию невиданную из дьяволов и прислужников человеческих. И вышел он против неба. Но открыл ангел седьмую печать и излил чашу возмездия Божьего. И повел свое воинство ангелов апокалипсиса против легионов зверя. И грянула битва конца всего сущего на земле. И вышла вода из берегов, и опали горы, и вздыбилась земля от стонов содрогаемая, сгораемая от огня гнева ангелов апокалипсиса. Что, девочки, с кого начнем? Держи. Миллионы мертвых тел, килотонны ржавых стрел, ветки смог шоссейных трасс, дым и копоть нефти. Иди сюда. Иди. Куда? Что я сказал? Белый свет, наша эго с давних пор превращает в барс позор. Сейчас я тебе покажу своего слова. Тихо, тихо, я сказал. Держи ее. Да не ори ты! Тихо, я сказал! Не первым успеет нажать на курок. Война обличает самые мерзкие и низкие стремления человека. Многие превратились в настоящих зверей. Да и все ли мы остались людьми после того, что произошло? Я вступил в отряд, который пытался отстоять свое право на жизнь в новом мире и наладить нормальную жизнь. Который пытался бороться со злом и жестокостью, порожденными анархией и беззаконием. Я не знаю, была ли в этом какая-то высшая цель. Но выбор был небольшим, и я его сделал. Моя группа состояла из разных людей. Многие из них были профессиональными военными в прошлом. Но кто-то до войны никогда не держал в руках оружие. Мы были чужими друг другу, но понимали, что только держась вместе, мы не закончим свою жизнь в канаве с перерезанным горлом. Привет. Здорово. Удалось все привезти? Ну да, всю машину забил. Разгружать устанем. Каждый человек живет втайне, надеясь на то, что на его поколение не выпадет ни страшных эпидемий, ни катаклизмов. Не воин, которые, не щадя, забирают с собой любимых людей. Помощь нужна. Остальное разгружайте. Я не верил, что потерял ее навсегда. И у меня была цель. Я жил одной мыслью. Я должен был найти ее в этом новом мире.
Подержи. Тяжелые времена порождают много легенд и слухов. Среди всей этой болтовни я выделял одну историю. Не то чтобы она казалась мне реальнее остальных. Просто именно она могла мне помочь. Многие верили в то, что после большой войны появился человек, обладающий невероятной, нечеловеческой силой и возможностями. Он не занимал ничью сторону. Он вообще ни за что не сражался. Он появлялся то в одном месте, то в другом. И некоторые утверждали, что после встречи с ним исполнялись самые сокровенные желания и мысли. Я не питал никаких надежд на встречу с ним, но я верил, что сила моего желания найти ее когда-нибудь обязательно поможет встретить его по-настоящему. В тот день мы вышли на след группировки сектантов. Мы долго выслеживали их. У нас были личные счеты. В общем-то, обычная зачистка территории. Еще один бой. Просто еще один день. Вижу на крыше двух. Отлично, не давай высадить. Внимание! Проникновение в крыше! Занять позиции! Thank you.
И во мне оборвалась та последняя нить жизни, за которую я хватался все эти годы. Что я сделал? Что я должен делать теперь? Почему сейчас? Почему она? В голове кружилась целая вереница вопросов, ответа на которые я не находил. Я тогда не понимал, кто я, зачем, почему. Я просто отдался своему горю и хотел сгореть в нем дотла. Знаешь, в мире есть одна забавная вещь – время. Придумав его, человек сам не может дать ему объяснений. Кто ты? А на кого я похож? Не знаю. Ты явно не один из нас. Ты похож на человека из прошлой жизни. Я уже и забыл, что сам когда-то был таким. Из прошлой жизни? Когда она успела стать для тебя прошлой? Хотя я понимаю, прошлое всегда противопоставлялось настоящему, как будто между ними никогда не было связи. Вот видишь, мы снова вернулись к теме времени. У многих людей с ним странные отношения. Человек не умеет ждать, торопит события, но на самое главное ему не хватает всегда пары секунд. Проблема времени не в его недостатке, а в том, что время нельзя вернуть назад. Знаешь, я столько потратил сил, чтобы найти ее, и так жестоко ошибся. Может быть, я могу тебе чем-то помочь? Я слышал о твоей невероятной силе, но не уверен, что сейчас можно что-то изменить. В любой ситуации можно всегда что-то предпринять. Отвлекись от своего горя. И подумай о нем, о времени. Ведь оно и координаты, и течение событий.
Время — это истинная возможность. Я не совсем понимаю, о чем ты? Что именно я должен сделать? Ты должен согласиться на то, чтобы твое собственное время превратилось в реальную возможность для нее. Я согласен, что бы это ни значило. Хорошо. Тогда возьми вот эти часы. Пока они с тобой, они показывают не минуты и часы. Они — источник перемен. Застыла и глупость и злость этого мира, и льется кровь с каждой страницы, там, где любовь мне только снится. Легче всего просто промолчать, но, видя зло, я хочу кричать. Проще все взять и забыть, как в кошмарном сне, но больше нет сил держать это все во мне, это все во мне. Жизнь всегда предлагает нам выбор. И очень редко бывает легким. Моя жизнь не стала для меня грандиозным открытием. Но она оказалась невероятным откровением. Жалею ли я о своем выборе? Хотел бы я что-то изменить? Вряд ли. Я подарил свое время ей. И оно стало для нее возможностью жить дальше. Легче всего просто промолчать, но, видя зло, я хочу кричать. Проще все взять и забыть, как в кошмарном сне, но больше нет сил держать это все во мне, это все во мне, эту боль во мне.
разбил свой калейдоскоп, чтобы кто-то другой смог взять пару цветных стекляшек и посмотреть на жизнь в ярком цвете. Yeah.